Рельсы на металлолом. Шестеро жителей Попасной вырезали около 3 километров резервной железной дороги. На горячем их поймали сотрудники спецподразделения фискальной полиции Луганской области «Фантом». Железнодорожная ветка из Попасной в Бахмут не эксплуатировалась с момента начала АТО. Теперь 3 километра этой дороги превратились в 15 тонн металлолома. Работа была организована следующим образом. Осуществлялось 2 этапа. Первая группа осуществляла порезку рельса, затем подъезжал транспорт крупногабаритный и осуществлялась погрузка с дальнейшим вывозом. Это группа лиц, которая осуществляла непосредственную погрузку. Поражает размах и цинизм, которым совершалось данное действие. То есть по предварительной оценке линия полотна, которая была демонтирована таким образом, приближается к 3 километрам. По предварительному подсчету это будет порядка 15 тонн порезанного рельса.